Друзья, всем привет! Вы на канале «Китаец отличился», меня зовут Руслан. Сегодня у нас небольшая распаковка посылок из Китая, маленько накопилось, надо пооткрывать, посмотреть, что там. Начнем с маленькой. Честно говоря, я некоторые повскрывал, чисто чтобы посмотреть, что там, чтобы подтвердить получение. Китайцы паникуют, там пишут. Начнем с маленькой. Здесь у нас вот кто-нибудь видит, что написано? Фишинг флеш вроде написано. Здесь чисто мелочевка, вот тут китаец меня обманул, прислал то, но в заказе была розничная упаковка. Это обычные стопорки для поплывков, ничего такого особенного, там останавливаться не будем на этом. Пойдем дальше, сейчас сначала откроем вскрытые посылки, которые я повскрывал, ну, то есть понадрезал, даже не доставал, просто взглянул, что там, чтобы подтвердить. Стопорки вообще ни о чем, поехали дальше. Здесь у нас Expansion Band модуль. Какой-то модуль, короче, находится. Почта Гонконга, все дела. У нас наконец-то перестали писать, что это подарок. Sale of goods, все дела. Стоимость в 1 цент, 16 грамм. Ну, примерно то на то, наверное. Так, здесь у нас маленького уплотнителя. Оно нам, ну-ка, пошел вон, не нужно. Так, судя по компонентам, вот по этим, здесь у нас две колодки, две микросхемы, это, наверное, усилитель. Возможно, я ошибаюсь, в следующих видео мы его спаяем, посмотрим, что это такое, узнаем. Ссылки на весь товар в описании под этим видео, не забываем, проходим, смотрим. Так, дальше, наверное, последний из скрытых. Здесь у нас то же самое, почта Гонконга, видим Гонконг. Other Electronic Components. Другие электронные компоненты. Интересно. Китайцы начали креативить маленько. Тоже Sell of Goods. Все дела. Так, вот тут уже интересно. Я тут это уберем. Посылку-то открыл, а что внутри я не видел. Так, взглянул краем глаза. Увидел, что это платы какие-то. Подтвердил там платы. Я, честно говоря, не помню, что это такое. Вообще не помню. Видим какие-то SMD компоненты. Резисторы, судя по всему. Светодиоды, микруха какая-то. Подстрочник. Ну, я не помню, что это такое. Друзья, в следующих видео спаяем. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить пайку этих микросхем. Так, а тут что у нас? Вот. Не люблю я. Кстати говоря, в тех платах не было никаких конструкций, вообще ничего нету. Но я думаю, там либо подписано, либо на сайте у продавца есть. А вот здесь, смотрите, есть какая-то инструкция. О, и выпала плата. Выпала плата из инструкции. Давайте посмотрим. Так, ну вот здесь, да, тут я уже вижу, что какие-то конденсаторы есть. Разъем 3,5 джек. Разъем питания, подстрочник и микросхема у нас. Что это за микросхема? LM386 микросхема. Это, судя по всему, звуковой усилитель. Тогда что первое, я это вообще не понимаю. Давайте посмотрим по инструкции. Ну, инструкция у нас, конечно, очень-очень краткая, но хотя бы схема есть, можно по ней. В принципе, у нас есть мультиметр, очень хороший друг. При пайке нам эти схемы особо ни к чему. Резисторов кто-то пожалел, конкретно запасных, я так понимаю, дополнительно никто не положил, все впритык лежит здесь. Ну и как бы стоимость этих плат тут все до 100 рублей, до 100 рублей. Спаяем, посмотрим. Вообще мне нравятся самоделки. Единственное, что у меня не получается по времени, вот они лежат уже, эти платы, наверное, недели 3. Нет времени их тупо спаять. Вообще не получается. Так, пойдем дальше. Видим у нас фон кейс. Кейс для телефона. Это для моего бедного телефона. Кто не видел распаковку, посмотрите, ссылка где-нибудь вот тут всплывет вверху. Короче, клею стекла, и вот через 2-3 дня вот такая вот беда. Экран маленько скругленный. Стекло ровное, приклеиваю, получается, края начинают откалываться. Я уже измучился, стекла переменял. Да, мне они, конечно, обходятся дешево, но, блин,
каждый раз менять стекло тоже желания нету. Решил я заказать себе чехол все-таки. И Smart Z, все дела. Сейчас померим, кстати говоря, сразу же. Ссылочка на него также будет в описании. Так. Ну, такой себе чехол. Кстати, чехлы на них довольно дорогие. По сравнению с другими аппаратами. Давайте примерим. Так. Ну, что-то как-то так. Вот эта вот полоса меня, конечно, смущает. Хотелось бы, чтобы она была активная, но она абсолютно неактивная. И нету никакой фиксации. Да, чехольчик, товарищи, так себе. Я скажу, но экран закрывает. То есть при падении экраном вниз у нас, надеюсь, он не откроется. Еще пленочка защитная какая-то, да, по ходу дела? Да, пленочку защитную снимем. Она еще такого противного цвета. Тут у нас мат. Кстати, может как-то в функциях можно включить, напишите в комментариях, я вот просто не знаю. Если в функциях можно включить, что активная будет шторочка, будет вообще хорошо. Здесь у нас ссылочка какая-то, возможно на магазин, а возможно какое-то приложение. Потом отсканируем, посмотрим. И последнее на сегодня, это вот то, ради чего я вообще начал распаковывать. Так бы я не распаковывал, честно говоря, на камеру. Здесь у меня, не прочитал, да, ничего, извиняюсь, тачскрин. Китайцы начали писать правду на пакетах. У нас оценено $1, 6 грамм. Ну, мне бы еще оценивать научились правильно, чтобы потом до Почты России можно было как-то достучаться, чтобы компенсацию выполнили. Все упаковано замечательно. У нас коробочка, двухсторонний скотч, который нам нахрен не усрался. Здесь у нас один пакетик. И во втором пакетике тачскрин. Это самая быстрая запчасть, которая мне пришла. Она пришла за 7 дней, представляете? Тачскрин на телефон Philips Xenium сенсорный. В следующем видео будем менять тачскрин на нем. Я его хочу оставить себе как второй аппарат, чисто чтобы звонилка. Так, у нас еще какие-то надписи. Не помню модель. В следующем видео подписывайтесь на канал, не пропускайте, и увидим там модель и замену тачскрина посмотрим. Вообще, надеюсь, он рабочий. Здесь коннектора нету еще. Контакты просто как бы поджимаются, все забирается так. Ну как-то так, товарищи. Вот такая была небольшая распаковка. Напоминаю, что вообще желательно распаковки снимать, чтобы не было никаких конфликтов потом, чтобы возвращали деньги без споров. Видео приложил, все, спор решен. Сейчас AliExpress можно прям видео с YouTube скидывать, они смотрят. И как бы, ну, стекло, когда стекло, всегда надо снимать. Вам спасибо за просмотр, товарищи. С вами был Руслан, канал «Китаец отличился». До новых встреч. Пока-пока.